В преддверии празднования Дня города в Музее промышленности и искусства открылась юбилейная выставка Нины Бахтигиряевой, признанного мастера шаржа. Выставка носит название «Лица моего города» и представляет собой галерею шаржей известных в Иванове людей. Художница признается, ей всегда нравилось делать работы с некой иронией. Мне всегда хочется с какой-то такой привнести, такой юмор в каждый портрет. Не просто вот, хотя нас научили рисовать такой обстоятельный, подробный портрет, но мне как-то грустновато. Вот, меня больше привлекает вот такой портрет с юмором. И человек, который получает его, совершенно неожиданно как-то воспринимает это и радуется, слава тебе, Господи. Особенно удачными Нина Бахтигиряева считает свои ранние шаржи педагогов-художников, которые она сделала еще во время учебы. Но рисует она не только графику. Художница также занимается иконописью и реставрацией икон. Ее талант, он просто неиссякаем. Наверное, можно было уже, так сказать, выдохнуть и спокойно сейчас почивать на лаврах, но она все время ищет. Вот она неугомонная. Она ищет для себя вот этих персонажей. Ведь она же перерисовала почти всю интеллигенцию. Поэты, писатели, врачи, артисты, представители самых разных профессий прошли через карандаш Нины Бахтигиряевой. Художница никогда не рисует по фотографии, работает только с натурой. И ей нужно сначала узнать человека, только тогда получится хороший портрет. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.